Нефтеюганской клинике обновили оборудование. Так называемая S-дуга, например, во время операции вращается по всем возможным осям. С ее помощью теперь здесь проводят исследования желчевыводящих путей. Также в больнице обновили цифровой флюорограф и маммограф. Всю технику закупили в рамках национального проекта здравоохранения. Новые аппараты используют низкую долю облучения. При этом дают четкую картинку. Сенсорное управление, то есть вот панель либо здесь, они обе прикликаются. И как в сотовом телефоне, хочешь увеличишь, хочешь уменьшишь, картинки получаются красивые, контрастные.